закуски нанимал я себе каморку, и частенько в ней кладал я сухую корку. А каморка у меня освещалась редко, да не нужно мне огня с милою соседкой. Соседка прибежит, ну, пойдет потеха, только комната дрожит, а у нас ней от смеха. А хозяйка-то ворчит, перестаньте, стыдно, ах ты, думаю, молчи, чай самой завидно. Так смеялись каждый час, но прошел годочек, и от смеха вдруг у нас родился сыночек. Бывают же у нас чудеса на свете, посмеешься пару раз, и родятся дети. Слушай, братцы, не зевай, и слова запоминай. Шла по улице девчонка, так чудесно сложена, оказалась старушонка, только омоложена. Если хочешь развестись, то ступай на станцию, дай в багаж свою жену и потеряй квитанцию. Шла по улице старушка, а за ней мотоциклет. Мотоцикл тыкал, тыкал, и старушки больше нет. Ну, пора мне пить кончать, теперь вы должны сказать, что Сокольский, ах, пострел, хорошо, ребята, спасибо.